зайти на ужин. Здесь есть в Бангкоке, недалеко от нашего отеля, такой вот рыночек для местных в основном. Очень дешевые цены на еду. Даже дешевле, чем в Паттайе, потому что здесь в основном все местные. Вообще, хорошая как бы порция. Вот сейчас мы заказали паттай, вот такое вот тайское блюдо. Это стоит 40 бат. А вообще вся еда от 30 до 60 бат самая разнообразная. Вчера мы заказывали том-ям, он стоил 60 бат, большая тоже, большая тарелка. Вот. В принципе, очень даже демократичные цены. Вот. Все одноразовое, самое что хорошее. То есть антисанитария вообще здесь отсутствует. Потому что одноразовые ложечки, одноразовые вилочки, вот такие вот деревянные одноразовые палочки, пластиковая посуда. То есть ничего такого нет, чтобы там после кого-то как-то там или плохо помыто. То есть, в принципе, все чисто и хорошо. Сегодня гуляли по рынку и решили взять на пробу тайские сладости. Много про них читали, что есть очень большое разнообразие, но вот самые популярные – это вот такие вот блинчики с каким-то кремом. Честно говоря, пока не знаем, какой это крем. Вот выглядит это вот так вот. Блинчик, внутри крем. Это считается самый прям вот у них пик. Все едят эти блинчики. Это самая популярная сладкая закуска. Ну вот сейчас попробуем. Будем надеяться, что понравится. Стоит, кстати, такая штука 10 бат каждый блинчик. Ну теперь по-нашему 20 рублей с учетом последнего курса. Пробуем. А я теперь понимаю, почему это самая популярная сладкая закуска. Нежнейший крем, воздушный, прям во рту тает. Хрустящий блинчик, тоже не сухой, ничего, прям такой достаточно мягкий, нежный. Но мне, чтобы закусить, конечно, одного мало. Для них-то нормально. Но вообще очень вкусная вещь, советую попробовать. Супер.